Был спортсмен и тренер, а зараз судья высшей категории Миколай Нилов означает юбилей – 75 годов. Повиншовать его с днем народжения пришли сябры, коллеги и выхованцы. Первый судья высшей национальной категории по волейболе уваходит у десятку лепших судей республики. Как тренер, он выховал шмат чемпионов и титулованных спортсменов. Сярод его вучнев – уладальница Кубка Кубков Европейских краин по волейболе Ирина Железнова, уладальник Кубка СССР по волейболе Александр Степанов, двухразовый чемпион Беларуси, уладальник Кубка Беларуси Максим Будюхин. Зараз Миколай Алексеевич означальвае областную организацию ветеранов спорту. Два года запар сярод аналогичных громадских объединений Украины яна займае первое место. Сдавать позиции Миколай Нилов не собирается. Нужно жить так, чтобы, как говорил Николай Островский, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Вот мне, например, не стыдно за мои прожитые годы. У меня великолепная жена, она мой ангел-хранитель. И благодаря ей, я считаю, я вот добился таких успехов в жизни. И 75 лет, очень большой этап в жизни. И, я думаю, что я не жалею о том, как я прожил свою жизнь. Будем работать дальше. Я рада, что такой человек, как Николай Алексеевич, возглавляет тоже ветеранское движение Гомельской области. Это люди, которые своим энтузиазмом, своим поведением, своим отношением к работе показывают, что еще все двигаются, все живы, все здоровы, все эмоциональные, у всех есть свои мечты.